Привет. Хочу показать еще один секретик в игре. Вот в этой локации есть вот такой разрушенный мост. Если включить свет, то видно, что туда не допрыгнуть никак. Отсюда. Сверху тоже не допрыгнуть, поверьте, я пробовал. Ну, все начинают бегать, искать обходные пути, как я. Но это неправильное решение. В игре есть квантовый фонарь. Квантовый свет, а не куб. Берем квантовый фонарь, ставим. И что мы видим? И мы видим, что посередине стоит гребаная панель. Гребаный островок, на который можно запрыгнуть. Да, и здесь лут лежит, который я уже забрал. Ну блин, зараза, я чуть не упал. Вот такие вот пирожочки, дружочки. Вот видите, не видно, свет не показывает. А если включу квантовый свет, то островок проявляется. Такие вот дела. Спасибо за внимание.